этот вот третий уровень, в рамках его можно выделить, а можно и отдельным четвертым уровнем выделить, межстрановый или уровень международной кооперации, торговли или обмена ресурсов. То есть это четвертый, давайте его отдельно выделим, четвертый международный уровень девиации в культуре потребностей. Здесь потребление человеческого капитала и ресурсов, скажем, нефти, газа, редкоземельных металлов, урана и так далее, где очень часто также проявляется либо обман, либо мошенничество, либо экономические формы порабощения теми же кредитами, другими инструментами. Или же это прямое насилие, захват нефтеносных территорий и грабеж их. Это вот пример очень такой современный. Это Сирия с 2011 года является объектом такого давления со стороны сначала Турции, потом и Соединенных Штатов Америки, когда Сирийская Республика не приглашала ни турок, ни американцев для того, чтобы они помогали ей. Они же, в принципе, удерживают нефтеносные районы, грабя их, не имея на то никаких разрешений, оснований и так далее. То есть по праву, как говорится, сильного это совершается. Это вот тоже извращенные, девиантные потребности. По сути, они не требуют от человека или группы людей, или даже от субъектов международного сообщества, не требуют особых усилий. Важно иметь технологии отъема или захвата, необходимый силовой или экономический ресурс, а чаще всего и то, и другое вместе взятое. То есть это или кредиты, например, или силовое давление, военное давление, и вуаля, и территории, скажем, лакомые куски территории избираются и уничтожаются даже в этом плане целые государства. Пример с Ираком, пример с Ливией, очень красноречивы в данном случае. Ну, давайте рассмотрим личностный или, ну и второй, межгрупповой или корпоративный уровни девиантного поведения в удовлетворении потребностей. Здравствуйте, уважаемые подписчики, студенты сервисных специальностей, а также гости моего канала. Сегодня мы поговорим о культуре потребностей, о девиантных или излишних потребностях, а также о деформативах в удовлетворении потребностей. Ну, в науке по-разному называют негативные потребности, и извращенные, и деформированные потребности. Так, например, Шиповская в книге «Человек и его потребности», в учебном пособии, которое издано в Москве «Альфа М. Инфра М.» в 2008 году. Книга вот выглядит вот так. Она говорит как раз вот об извращенных или деформированных потребностях. Ряд других авторов также обращают внимание, в том числе как отечественных авторов, так и зарубежных. Один обзор я уже делал по зарубежным авторам, в частности, американские и британские социологи обратили внимание и обращают внимание с 80-х годов прошлого столетия о таких деформациях финансовых потребностей, как кредитование различных стран с целью подчинить эти страны своему влиянию. То есть вот такая финансовая зависимость создается для того, чтобы, по сути дела, подчинить не только какие-то коллективы людей, предприятия, скажем, корпорации, но и целые государства можно посадить на крючок вот таких финансовых потребностей. Итак, культура удовлетворения потребностей, конечно же, формируется, особенно если говорить о
потребностях извращенных. То есть она формируется в извращенных экономических системах, где капитализм требует расширенного потребительства, то есть это потребительское общество, которое необходимо для повышения прибыли, создания расширенного производства, захвата рынков, подавления конкурентов. Все это девиации потребительского поведения различных уровней. Мы выделяем три, конечно же их может быть больше, три уровня девиантного потребительского поведения. Это первый уровень личностный, когда отдельный индивид, личность несоразмерно своим потребностям потребляет, притом потребляет излишнее, накапливает потребление, отнимая у других прежде всего, то есть в ущерб другим потребителям. Но не только, это может быть и, скажем, и свои различные амбиции, различные предпринимательские способности приводят к тому, что человек как бы не соизмеряет свой потребительский потенциал и потребляет значительно излишнее. Вот я никогда не понимаю, скажем, многодолларовых миллиардеров. Это, ну, настолько надо жизнь положить ради чего? Ради того, что ты знаешь, что ты на мешках злата, что у тебя, скажем, там 15-20 миллиардов и более долларов. То есть это несоизмеримо огромные средства, которые, ну, безусловно, деформируют личность, они ее просто уничтожают. Мое мнение, безусловно. Второй уровень, корпоративный, это уровень минимальной социальности. То есть малая группа, трудовой коллектив, творческая группа, например, вокально-инструментальный ансамбль или там рок-группа, это театральная труппа. То есть небольшие коллективы, малая социальная группа. Ну, этот трудовой коллектив, конечно, может быть и в несколько тысяч человек, но все равно это будет малая группа людей. Вот. С их интересами, с их потребностями, с их потребительскими предпочтениями, в том числе и сервисными предпочтениями. Финансовыми услугами, прежде всего, пользуются трудовые, например, коллективы, фирмы, корпорации и так далее. То есть этот уровень как раз и называется корпоративный уровень минимальной социальности. Третий, регионально-территориальный, когда возникает ощущение, что какой-то регион страны или край, или субъект страны, например, представление о том, что он отдает больше, чем берет с федерации, скажем, или какого-то государства, частью которого он является. То есть он как бы кормит всю страну или большую часть, считая такой порядок несправедливым. Вот такое состояние девиации потребительское, оно, безусловно, часто ведет к разладу, к разрыву, к исчезновению, распаду страны. Вспомним СССР в 90-е годы, в начале 90-х годов, когда распадался Союз Советских Социалистических Республик, именно такая ситуация произошла, когда отдельные регионы посчитали, что они, отдельные даже союзные республики, стали считать, что они кормят всю страну. Пример с Украиной, с той же Белоруссией. И что привело, безусловно, ну это не единственная причина, но одна из ряда причин. В рассмотрении вот таких девиаций и на личностном, и на межгрупповом или корпоративном уровне девиантного поведения удовлетворения потребностей мы можем иметь по крайней мере два параметра развития событий по культуре потребностей или, может быть, два способа формирования. Первый способ – это возвышающий способ или параметр
в рамках которого девиации и реализуются. И второй – это катастрофический или низвергающий в ад, как я бы назвал. Низвергающий в ад – это катастрофа. Нисходящий, когда человек или группа людей сознательно становятся на путь, уничтожающий культуру потребностей. Это путь гедонизма по принципу «после меня хоть потоп» или по принципу «избегай страданий и стремись к удовольствиям», то есть чистый гедонизм. Именно этот формат формирования и реализации потребления, потребностей ведет к появлению в обществе многочисленных девиаций и делинквенций, таких как мошенничество, воровство, обман, алкоголизм, наркомания, проституция и прочее. В первом же возвышающем формате также отчетливы девиации со знаком минус. Мы знаем из социологии, что девиантное, например, поведение, оно может быть со знаком минус, то есть катастрофическое, и со знаком плюс, когда, например, гениальность, она сначала воспринимается в штыки как чудачество, то есть как девиантное отклонение от каких-то параметров нормы, и только со временем становится очевидным, что это девиация со знаком плюс, это гениальность. Вот. Первоначально все пристойно, выбирается позитивный, возвышающий путь потребительского поведения, ну, например, во владении знаниями, навыками, умениями. Он более трудный и затратный. Получение образования, овладение специальностью, выработка профессиональных навыков, построение карьеры. Однако в некоторые ключевые переходные моменты используются недостойные, скажем, грязные приемы, как бы в благих целях. Это взятка, протекция, подкуп, покупка поддельных обязательств, документов, сертификатов и так далее. Путь правильный, возвышающий, однако допускается на отдельных ступенях отрицательных девиаций, которые рушат весь позитив. Воистину ложка дегтя портит всю бочку меда. Такие потребности по своей сути негативны, отрицательны, вредны. И в конечном итоге они катастрофичны. Остановимся на одном таком девиативе, как, скажем, употребление наркотиков. Нередко в литературе, ну, чаще в СМИ, говорится такое выражение – злоупотребление наркотиков. Это же как бы в корне неверно. Злоупотреблять наркотиками – значит допустить, что и благо употреблять можно, что, безусловно, в корне неверно и даже вредно. То есть оно употребление наркотиков, но оно катастрофично. Это патология, и патологии после употребления наркотиков, они, безусловно, не заставят себя ждать. Они последуют в обязательном порядке. Такая девиативная или девиатив потребности, как употребление наркотиков, наркотических средств и доведение человека или даже групп людей до наркотических патологических состояний, известна человечеству с древности. Она с давних пор известна способность некоторых растений воздействовать на человека именно вот наркотическим образом. Ну, это и мак, и кока, и конопля. То есть самые различные природные продукты, которые добываются из растений, и которые способны приводить человека в состояние эйфории, в состояние наркотического опьянения. У некоторых народов часто использование психотропных веществ и средств – это явление вполне традиционное и обыденное. Наркомания, конечно же, это не болезнь в обычном смысле этого слова. Это и необыкновенный порок из числа тех, что присущи здоровым людям.
Наркомания – это изменение, притом мощнейшее изменение, затрагивающее все стороны внутреннего мира человека, отношения его с другими в социуме, поражение личности, как правило, сопровождающееся осложнениями со стороны здоровья, прежде всего физического здоровья. То есть наркоман постепенно уничтожает все свои нравственные качества, становится психически нездоровым, ненормальным. Часто он теряет семью, близких, друзей, не может приобрести ни нормальную профессию, или же потеряет ту, которую уже имеет. И при этом наркомания, как патологическое состояние, в очень значительной степени она необратима. Негативные изменения, которые происходят в культуре, в душе человека в результате употребления наркотиков, остаются с ним навсегда. В этом наркоман похож на инвалида. Если, скажем, рука ампутирована, она снова не вырастет. Так же и с действием наркотиков. Они запечатлеваются на генетическом уровне. Вполне возможно. То есть они отпечатываются не только в памяти, но и запечатлеваются как фотография на всем организме. Если давно отказавшийся человек от наркотиков его все же рано или поздно попробует, то он снова пройдет через все круги наркотических состояний. Поэтому наркологи часто говорят не о выздоровевших наркоманах, а предпочитают термин спящего состояния, то есть неактивной наркомании. То есть это люди, которые не употребляют наркотики именно в данный момент. Естественно, что сами наркотики, они классифицируются по-разному. Есть очень тяжелые, то есть которые очень быстро, через месяц, два, три, приводят к необратимым последствиям, то есть формируют зависимость, которая быстро формируется, закрепляется и приводит к постоянному употреблению наркотика, приводит к привыканию на биологическом уровне. То есть зависимость реализуется через процессы, которые включаются в организменный обмен веществ. Биохимические, биомембранные, биоэлектрические, клеточные и другие процессы. И такая зависимость так и называется физической. И характерно для употребляющих опиатные наркотики, иногда алкоголь. Физическая зависимость развивается в результате того, что организм включает, как я уже сказал, наркотики в свои биохимические процессы. Наркотики начинают влиять на весь функционал организма, то есть сами начинают выполнять функции, которые в их отсутствии обеспечивались веществами, которые организм производил для нормальной своей жизнедеятельности. Наш организм, вне зависимости от алкоголя, в сутки небольшое количество, там, несколько миллилитров для деятельности всех тканей и органов, вырабатывает самостоятельно. И вот если человек начинает регулярно извне поставлять, скажем, наркотики или алкоголь, то, естественно, организм в ошеломлении пребывает и прекращает или сокращает синтез этих веществ, например, адреналина, норадреналина и прочих алкалоидов. Вот. Кроме того, при введении наркотиков нарушается баланс многих других важных субстанций, скажем, медиаторов серотонина, ацетилхолина, дофамина и других составляющих нашу ДНК.
изменяется проницаемость клеточных стенок для ионов кальция и так далее. То есть очень мощное воздействие в целом на организм и его отдельные функции наркотики оказывают. То есть если физиология организма перенастроилась под наркотики, то при их отсутствии начинается абстиненция, то есть органическое и психическое расстройство. На языке наркоманов ломка, то есть человека действительно, по сути дела, который какое-то время, несколько часов, а то и суток, ломает. Вот. Эта ломка очень мощный ответ организма на прекращение поступления наркотиков или алкалоидов, алкоголя в кровь, в организм. Вот. Кроме того, сами наркотики постоянно разрушаются ферментными системами и выводятся через почки, кишечник, легкие. Поэтому организм требует пополнения запасов наркотиков. Пропустив время приема очередной дозы, наркоман испытывает мощнейшие боли, мучения, непереносимый озноб. Без надежды на возможность согреться, боли в животе, тошнота, рвота, слабость и ломота в суставах. То есть абстиненция, как правило, сопровождается выраженной тревогой. Все наркотики, независимо от пути введения в организм, через вену или орально, или через прямую кишку, то есть в большей или меньшей степени, всегда повреждают. Первое. Нервную систему, как головной мозг, так и спинной мозг. Иммунную систему, кровеносную систему, сердце прежде всего, артерии, печень, то есть очистительную систему, легкие, почки, безусловно. При воздействии повышенных доз наркотика мозг теряет контроль над своей деятельностью. И тогда вступают вторичные последствия. То есть расстроенное сознание, функционирование которого зависит уже от этого внешнего агента. То есть различные уже изменения происходят в сознании и в психическом состоянии. Это белая горячка, в народе говорят, народное бытовое определение. То есть наркотики всегда представляют реальную опасность как для отдельного человека, так и для общества в целом. Каковы же пути вот преодоления или как бы заслона вот такой культуре девиативных, деформативных потребностей, что с этим необходимо делать. Безусловно, чем можно замещать? Если взять для примера, как обстояло дело в советское время, то есть в условиях социалистического общества, то, безусловно, здесь очень значительные последствия оказывало в этой положительной, в этой борьбе по лексике советского времени, борьбе с наркоманией, пьянством, потребительством, стяжательством и так далее, вот этими пороками. Это реализовывалось через систему социального воспитания. У нас и школа, и вуз, и трудовой коллектив – это были в первую очередь агенты воспитания, агенты правильного нравственного воспитания. То есть для того, чтобы что-то негативное преодолевать, безусловно, что надо позитивное развивать в условиях капиталистического общества. Это очень и очень трудно. Вот. На следующем нашем видеоуроке, видеотреке, мы обратим внимание на то, как этому злу девиантным
потребительским поведением, как ему противостоять. Спасибо за внимание, до свидания.